то все говорят, вот как так плохо, плохо, все вниз, вниз катимся, нам нужны реформы. Ничего подобного. Все специалисты Мирового банка и МВФ знают, как отче наш, первую, ну, у них у всех на первой странице учебника написано, вначале нужно провести финансовую стабилизацию в стране. То есть должна работать кровоносная система, банковская система финансовая, должно биться сердце, а потом уже можно наращивать мышцы, какие-то реформы, ну, делать реформы, потому что все реформы наступают после финансовой стабилизации. Когда мы не понимаем с точностью до, в сколько раз, каким будет курс до конца года, то, ну, по, ну, про такой простой пример. Да сделайте хоть любые реформы, хоть круче, чем в Грузии. Вот пускай будет, можно зарегистрировать предприятие за одну минуту в интернете, вообще никуда не ходить. Полная дерегуляция. А курс вчера был 30, а завтра 50. И скажите мне, что будет с этим предприятием? Какие инвестиции сюда придут? Ну, поэтому финансовая стабилизация — это базис, на которой, ну, нужно строить все остальное.